Две камчатские пенсионерки попались на старую уловку мошенников. Одной из бабушек 72, другой 74 года. В общей сложности они потеряли 70 тысяч рублей. Обеим пенсионеркам позвонили неизвестные, представившиеся их племянниками и попросившие перевести деньги якобы для спасения от полиции. Одна из женщин отправила аферисту 40, другая 30 тысяч рублей. Полиция просит жителей Камчатки объяснить пожилым родственникам, что верить звонящим с чужих номеров нельзя.